Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ладно-то на Ригу лучше сразу сносить. Да ты еще и пирамиды построил. Блин, а. Опять мне не хватило два хода, да что ж. Мне надо просто давно уже разведчика послать ко мне. А у людей тут нету зоны контроля, мне интересно. Да я так слепую как бы со мной играешь. Тогда я, вот, собственно, хотел как раз этим ходом перекинуть. У разведчиков зона контроля есть, если не ошибаюсь. Воин или у лошадей? Воина и у лошадей у всех есть. А у тебя тоже пусто немного, да? Да. Ну, там Иерусалим и... Блин, не знаю... Площадью, наверное, в 20 клеток. Ну, нет. Я могу Петру не строить, хочешь? Надо тебе? Не знаю, почему он решил не строить. Да, Петра, ну раз, стены. Два, три, четыре, пять, шесть клеток все-таки есть. Спрячу пока сюда рабочего. О, ты меня разрушила этим, блин. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Харе пам-памыть там. У нас тут... Имейте Леша, респект. Давай соревнование. Умирающим. Кого быстрее вынесут, тебя или меня? Давай. Я еще выиграть. Да, а какой может, приз? Это бьется тут вообще-то у него. Приз? Территория. Ну, новая катка нормальная. Не очень удобная. Для того, чтобы захватывать. Да и по военке вроде выровнялись. Как выровнять? Всего 300, у меня 200. А, мне казалось 264, да. Но все равно тебе ему там через холмы идти, как я погляжу. Да блин, ну... Фуф. Давайте из Эль-Джуфа отправим. Тоже отсутствие жилья, конечно, он поставил город офигительно. Так. Так, ну мне этих лошадей, наверное, достаточно я, будет. Блин, он мне там грабит просто. А, ты ее хочешь снести? Ну да. Блин, ну сноси. Я просто это... кинул туда посла лишний. Ну, но пофиг. Один-то нет. Если ты одного кинул, то это нормально. Я не скоро сейчас. А, ну я да, я одного только кинул, так что сноси. Так, мне, наверное, в Санджу надо военный лагерь построить. Сколько у меня там до летучих отрядов? 6 ходов.
конечно, переход хода очень быстрый. Да ну и так, мне там все грабит. Ага. Давай, давай, обстреливай. Минус лучник. Трима отбиться в начале, конечно, это тяжело. Так, ну мне в кинджу надо... Так, во-первых, олигархию давно надо было поставить. Кавалерия уже нафиг, честно говоря. Давайте опять поселенца поставим. Здесь... Для военных лагерей. Так. Тут в очередь... Поселов. Ну, мне надо всадников беречь, то есть через 6 ходов, в общем-то, венгру хана настанет. Потому что, извините, 44 мощь. Ему не помогут его копья, а потом я еще и в арбалеты, наверное, схожу. То есть мне и лучников желательно беречь. Конями сюда. Давайте на Нанмадол. А, вот там венг... там... Норвежец его. Какое тебе копирование? Не знаю. А на тебя крестовый поход будет? А, нет, ну да, ты ж не... Короче, я 2 золота взял за каждый город. А то у меня здесь с деньгами опять проблемы будут. О, первый ты, кстати, нормально выбрал. Я смогу использовать даже. Ну да. Я так и подумал. Так, этого коня он мне может убить. Надо отступить, блин. Да и лучника этого мне может убить. До этого коня может убить. Так, коней надо беречь. Так, он это атакует коня. Стоит, этот стоит. Апгрейд лучника. Обстреливает. Стоит. Лечится.
Ну хорошо, он решил умереть, ладно. Кто-то вылетает? Блин, у меня крашнулась Цила. Не походили, ничего себе. Блин, хотя комп меня Виктора пересадил. Ну ладно. И конь у тебя побегает. Сколько мы пауз поставили подряд? Достаточно. Ну да. А в игре море есть? Да. Печально. Ничего, печально. На фрегатах он к тебе не... А хотя, знаешь. Ко мне кто-то сможет. Спасибо. Ну да. Постараюсь что-нибудь с этим сделать. Спасибо, что предупредили. Да не всегда Маури на фрегатах приплыл. Что-то мне третью партию подряд не везет. Не удается спокойно поиграть. Возможно, дело в тебе. Да не может быть. Да не, то, что во мне, это 100%. Но как-то все равно. Давайте... О, я стал сюзереном. Давайте... Не стал, я пора сюзереном вывел. Давайте нанмодол перекупим. Да, дуболомы. Кайф. Вот как вот компьютер размышляет? Вот смотрите, у меня сидел Виктор в том городе, который атакует венгр. Почему он пересаживает Виктора в максимально дальний от венгра город? Что, в чем, типа, как думает, надо спасти Виктора, он наш генерал, пускай сидит в безопасности. Так, что ли? Твой новый мод так работает. Мой новый мод, ага. Может, ему просто надо что-то сделать? Наверное, скорее всего, он размышлял, потому что где-то в городе далеком не хватало жилья. И он туда его закинул. Либо он... Отступал. Нет, у меня нету зала для приемов. Ну, он типа на будущее. Ага, на будущее. Он уже эту партию просчитал до конца. Ты, венгр, если ты не успеваешь, ты, может, на счет хочешь? У нас как бы есть такая опция? Да нет, так нормально. То есть юнитов проигрывать и так нормально, да? Ты уже смирился? Че я отъехал страшный, вообще, блин, не знаю. Зомби. Там только мечник стоит. Керген, надо добить мечника. Разведчик. Так, надо в очередь поставить арбалет. Да, сейчас уйду. Кстати, можешь селиться там у чуда, я туда не пойду. А, ладно. Неудобно. Я так попробую. Ну ладно. Просто у меня как бы на 7 городов есть внизу, еще плюс 3 ГГшки, ну то есть того 10 было бы. У меня 5 плюс поленки снизу 6. Там ну, и... по морю уже поразведывать. Так, все, надо. Ну, ставил бы возле чуда, что ты. Всадников надо апнуться, и тогда уже спокойно. Да то опосил долго тебе будет, не хочу.
Вот здесь, прикинь, какая гавань-то еще будет, если здесь поставить город. Что за бред произошел? У меня все юниты походили, куда я не хотел. Лучник каким-то фигом вышел вообще, я его не трогаю даже. Этот копейщик отошел. Что произошло, я не понял даже. Саботаж в огне. Реально, у меня он убил легионом одного юнита. А в это время у меня три юнита походило одновременно, которых я даже не трогал. Вообще прикольно. Так это, норвежец, канадец, вы там не будете воевать с венгром, да? Ну да, я смотрю, тебе и так неплохо. Так а вам не надо, там, его городов каких? Я никак не могу на него напасть. Из-за этого потерял трех юнитов на ровном месте вообще. Я бы напал, но у меня прохода нет. А мне тут нанмодол перекупают, не дают развиваться хорошо. Ну, нанмодол я не для того, чтобы... Это... Чтобы он напал на город венгры. И ради этого перекупать нанмодол? Да, а он не нападает. Мне оставалось 5 ходов до феодализма. А что там в феодализме? Что-то страшное. Я еще ни одного юнита не могу выбрать. А Шин, у тебя много пустыни? Ну, если нет. Да просто я тыкнул город не туда, и я, короче, холмы эти себе заблокировал. Они мне в четвертом раде все оказались. Так, я ну что, сейчас ап. Снеси Иерусалим там после. Да это ж надо кого-то покупать. Войска. Видите, из-за того, что я тут ставлю, тут у меня так, да. Савон будет хреновый. Слушай, вот вы, типа, канадец, норвежец, воевать не хотите, но своими юнитами мешаетесь. Я сейчас уберу свои юниты. Если я поставлю его под твою колесницу, ты не против? Не против. Или лучше не сойти? Хорошо, я лучше бы ты венгру мешался. А это вообще какой-то трэш. У меня лучник не стрелял 3 раза в конницу, которая убежала. Просто на ровном месте, хотя мог ходить. Так, давайте смотреть, сколько стоит. 125. Угу. Опять. Эрген, смотри, так ученый хороший. Вот как это так? У меня лучник может атаковать его легион, пишет, и не атакует. Он в этот ход еще не ходил. Ну, очевидно, он в этот ход еще не ходил. Так он не может атаковать, в том-то и дело. Так, значит, сколько мне надо? 250 на самом деле, да? Какой-то бред. Просто потерять город из-за того, что походили юниты сами по себе. Блин, ну мне надо деньги где-то брать. Надо экономический союз, видимо, с канадцем. Других вариантов не вижу. Ты не в союзах, да? Я? Сейчас еще 2 хода выйду. Канадец, а тебе сколько до союза? Ходов 10. Ни хрена себе. Венгар, тебе? Ой, венгар. Венгар, а тебе сколько? Союз и дружба наша. 10. Ну и Норвегу тоже. 10. Блин, а чё я так быстро тогда вышел в союзы? А, ну да, у меня культуры больше.
Так. Пошли в наемники. Надо было сразу, наверное, в наемники идти. Всего 5 городов, что ли? Привет, Корогин. Здорово. Я бы там вместе эту ГГшку снес. Ты про меня? Да, про тебя. Ну, у меня сейчас пока нету войск, чтобы сносить ГГшки. Еще миссионер. Просто один. Ну, у меня это вера пока маловато. Следующим ходом будет. У тебя ЦКшки стоят? Вот, вот вырубаю под них. У тебя же Египет как бы в союзах. Вот, рублю как только могу. Я после этих, ну, священка, кампус и ЦК. Вот, собственно. Алексей, ты Гьер захватишь? Ну, я атакую его. Так, сколько мне надо еще апнуть лучников? Блин, хватит. Куда ты вылез? Так, ладно. Одним тараном смогу захватить город. Таран не атакует. Не, ну я понимаю. Тремя легионами с таран. Не знаю, какая там сила у города. 39. И лучники. Харальд, предложение.
Ты в Союзе так еще и не вышел, да? Нет. Ну, вообще, наверное, скоро выйду. Чинжу, подвергся извержению вулкана. О, поврежденные юниты восстанавливаются быстрее, зашибись. Варвары мне сорвали захват города. Отлично. Вы еще воюете? Кто? Так, это да, вы с Венгом. Конечно. Я думал, вы мир заключили. Тогда я прочь с этой лошади уеду. Норвежец, а венгер там против тебя какие-нибудь юниты вообще имеет? Да, имеет. У меня такое ощущение, что он чисто против меня сопротивляется. Венгер, сделка. Ты что, там венгера подпитываешь? Не, право проходу. Слушай, а мы что, вдвоем с тобой, что ли, на этом континенте? Тогда. Я, в принципе, могу ходить. Ну, все, венгры, сколько? Посчитайте нам. Посчитайте. Так, венгр, ты с кем воюешь? Да первого. У меня тут нету, я на него тут особо не нападаю сейчас. Хорошо, значит, со мной. Да. Венгр, ты готов? Я могу посчитать. Да, посчитайте. Раз, два, три. Печалька.
Слушайте, а тут еще город ставится, да, вообще? Да, у Венга красиво. Сюда еще надо город. Тут еще место под кампус на плюс 5, если ты выкупишь клетку с медью. Так я вот и говорю, что он мог там поразвиваться. Не обязательно прям города ставить. А почему? Я что-то не понял. А, это от какого города? А зачем ты кампус на плюс 3 ставил, когда у тебя был кампус на плюс 5 в залив кораблекрушения? В заливе кораблекрушения. А я там не видел. Я там не вижу. Разве ты не видишь, у тебя две горы? До того, как у меня... До того, как этот кампус поставил, я там не видел. Так. Центр, давайте Магнуса или Лян. Или Рейну. Вообще, Магнус вот тут неплохо выр... Хотя тут равнины. Магнуса вообще в Санджу надо. О, я тут... Мощно. Так, 190 мне надо. Норвежец предложение. Ну, то есть две апнуть. Хорошо. Скоро мне самому золото понадобится. Ну я это апаю все, то есть я это трачу сразу. Мне тоже апаться нужно. Центр коммерции. Трудостроение. Приноси. Ну ладно, минус 0,7 это еще терпимо. Так. Производство. Давайте я тут отключу эти. Чун-чун. Производство. Блин, я... мне нужны... Уход бесконечный. Мне нужны рабочие. Тут нужны рабочие. Тут давайте в очередь вообще рабочих поставим. Тут точно надо... строители. И вообще, давайте я сюда Лян... Ой, Магнуса назначу. Я не думаю, что он будет атаковать этот город. А вот Виктора... Виктора Вальджуф. Будешь смотреть на дипломатического канадца. Опять ураган Кенджу приехал. Ну почему? Ну что за хрень в этой партии у меня? О, обратно. Это ненадолго. Венгар предложение. Ты что, мир заключаешь с венгром? Норвежец предложение. Я надеюсь, не золото. Золото, конечно, что ж еще. Мне сейчас нужно арбалет. Да прими просто предложение, господи. Что ты спрашиваешь? Смотри предложение и все. А ревнует. Да, хорошо. Здоровая тяга к моим коням. Какой-то у тебя поломанный стрим, Вася. Насколько он поломанный? Настолько, что не включается. Ну, видно, не судьба.
Алексей, а ты не мог бы тут подвести своих лошадей к этому городу? Нет, или как-то там с другой стороны обойти? Там проходы в одну клетку, и я дьера такую, а там проходы там в одну клетку, да? Которую он контролирует. Ладно, значит, будем долбиться. Блин, да, ну, смотрите, ну что это за говнина? Ну, серьезно, ну это какой-то просто бред. Или просто снесу в следующий раз этот город. Жалко. Нет. Ну а что делать, если другого выхода нет? Так, да, Путин из Санджу, Сен-Джон. Да, что-то я смотрю на то, как расположен венгер. Прям как-то ему не фартануло. Так, а кого-нибудь есть редкие ресурсы на обмен? У меня нет. Сейчас посмотрим. У меня дофига всякого. Давай, по-моему, укус, я тебе персик. Блин, над Вавилоном прям царство варваров, реально. Угу, спасибо. Еще кого-нибудь есть? У меня нет. Да, я помню. Блин, надо реально... Мне надо много рабочих, мне надо улучшать. У меня нормальная территория. Я просто кучу времени потратил на войну. Вот эту. Кучу ресурсов. Диер надо, конечно, стараться захватывать. Будет тут прокачка? Нет, не будет. Так, тут нужен монумент, как ни странно. Блин, у меня за Корею постоянно какие-то игры неудачные. Мне никто не дает нормально салоны посидеть, построить. То территория хреновая, то вот, блин, война с Венгрией. Это всегда так. Ты же сам говорил, видишь Корею, надо нападать. Не, надо нападать, но я в случае венгра не считаю, что вот ему конкретно надо было нападать. У него хорошая территория, у него... Он по науке точно так же мог идти вполне со мной. То есть, вы видите, у нас... Территория с кучей гор, которые мне не нужны, например. Я просто буду савоны ставить. А он такие же, точно считай, кампуса бы ставил. То, что он говорит, что ему негде расселяться, так тут у всех такая же карта. Он у канадца хуже вообще территория, чем у венгра. То есть какое-то странное желание напасть на Корею. Это личная неприязнь. Да. Просто вы, азиаты, разносите коронавирус. Это Китай, это не мы. Нас всегда путают. Постоянно, точнее, путают. Один фиг, мышей жрёте. Ну, да ё...
Северный бабай. Ну вот, арбалеты почти закончились. Поплыли находить других ребят. Соседство кампуса, улучшение юнитов. Давайте содержание юнитов пока поставлю. Дальше. Плюс 5. Нету наследия олигархии, потому что не построена правительственная площадь. Блин, меня там сейчас убьют, наверное, мечника. Берсерки — хорошая штука. Театралочка. Гражданский авторитет, кстати, можно. И, наверное, торговую федерацию поставлю. Отлично. Отступлю я пока сюда. Лагерь есть здесь. Это надо вырубить, а тут надо рыбки обратно вернуть. Блин. Нагвик, ты один город у него привод захватил, получается, да? Между Стиберянском и еще каким-то. Да. А. Только один захватил? Ну, я сейчас и дальше пойду. Ну нет, я просто спрашиваю, только один, да? Ну, венгер, походу... Алексей, ты нерв захватишь? Ну я стараюсь, но венгер, походу, ну, венгер чисто конкретно от меня. От меня чисто отбивается. Леша, ты это ютубер, понимаешь? Надо мешать. Но мне жалко, что сейчас норвежец получит все классные города, а я тут сижу как этот. Да, по факту так и будет. Это я не со зла. Насчет всех классных городов. Ничего, Алексей, может еще успеешь. Я пока поогрызаюсь. Успею что? Прийти и забрать себе несколько как раз классных городов. Какие? Я только Дьер могу. Эти амбар, акведук... Блин, тут Савон, то есть нельзя ничего Алексей, строить. Алексей, ты будешь перекупать нам модол? Буду, наверное. А, ну вообще, он у тебя. Ну ладно. Мне бы он очень пригодился. Успел все равно клетку выкупить. У меня тоже есть районы на побережье. Видите, даже акведук дает две культуры из-за нанмодола. Ну вообще да, конечно, у Египта классно с наукой. А сколько у него? В смысле, с культурой 255. 255? Да, он же на культуру играет. Найс. Найс, а у ближайшего сколько? 56 у меня. Да ладно. К тебе придется... А, нет, у вас же союз. Ну ничего, я религию на это
обосную на... Да не обосную, на... именно что... Обосную. Нет, не обосную. У Египта уже один турист, как, кстати. Так, не обосную, а... боже, ужас. Всё, не знаю. Чё ты хочешь сказать-то? Я религию что сделаю? Не обосную, а как это правильно? Или... Станешь основателем религии. Красиво, короги. Ой, короги, ага, люкс. Не, ну мне надо селитру. Я хотел... ну вообще 70 золота вход, я думаю, что я апну. Ну вон и все, больше селиться негде. Вообще надо бы что-то с культурой делать. Потому что сейчас победит культурно. Теоретически. Египет. А надо. Лучше пить 200 культуры? Кинул сделку. Кстати, Египет, если вы говорите, что он культуры побежит, ему как минимум нас встретить надо. Он не может нас обратить, пока не встретит. Да, он не может, да, пока не встретит. А тут я уже... А ему не нужно нас обращать, ему достаточно собрать достаточно туристов, чтобы нас всех перебить. В смысле, пока ему... всех вас? Так он нас не встретил, он... Его туристы к нам не бегают. А какая разница, если он наберет? Но он может с других цивилизаций набрать туристов. Да не может. Нет, туристическая победа только когда... Ты, твой туризм преобладает во всех цивилизациях. Она не может преобладать в наших цивилизациях, потому что он нас просто не встретил. Давайте Лян назначу. Кунджу. Следующим ходом стена будет снята.
Кстати, прикол, кризис. Кризис против Венгра, потому что он свой город захватил. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!